ребята бросают, и все, в ноги, в ноги, в ноги, в ноги. Шипачев сейчас опять пытался бросить. У него ноги, а в девятку. Нет, все заблокировано. Шипачев. И опять, и вот он гол «Динамо». 2-2. Ну вот он Шипачев, вот он Войнов, забивает Галиев. Вот он щелчок Войнова, причем щелчок был низом, Шугаев отбил. Ну и Галиев в касание. Как же обидно сейчас череповчанам. Ведь это не просто игра в меньшинстве, это игра в меньшинстве, которую череповчане придумали сами себе. Я напомню, что нарушение и удаление было за 6 полевых.